Омский бокс понес тяжелую утрату. На 57-м году жизни умер мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Александр Бубенов. У директора Центра олимпийской подготовки по боксу, по предварительным данным, отказало сердце. Для всех, кто знал Бубенова, это стало шоком. Тренер готовил омскую команду к всероссийскому турниру на призы Александра Островского, не жаловался на здоровье. За свою тренерскую карьеру Бубенов подготовил 14 мастеров спорта России, более 50 кандидатов в мастера. И вместе с заслуженным тренером России Леонидом Киселевым готовил к мировым и европейским соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.